знаете, маленькая девочка, лет 15, она выглядит как 15-летняя девушка, девочка даже, и светится. Вот просто была в таком каком-то розовом пуховике, почему-то, не знаю почему, на какой-то куртке такой. И вот я, мне говорят, это же Поклонская, Поклонская там с охраной. Смотрю, не знаю, с кем сравнить. 15-летняя девушка. И такой день прям свет исходит, сияние. Я к ней не подошел, ничего, просто вот такое доверие, знаете. Одно вот этого облика, мы с тобой вместе были, да? Не в смысле, с супругой были, с Сергеем. Или что-то это, по делам передал, и с семьей. Так что, реально, этот человек требует достойного уважения. Да.